Здравствуйте, меня зовут Лариса Алексеевна, я хозяйка данного дома. Дом был куплен в 2010 году, он сделан из бруса и изнутри обшит вагонкой. Топить зимой опять холодно, просто такое ощущение, что свищет со всех новую команду, которая приехала и просто сняла дом снаружи на специальный прибор, который показал, что тепло уходит как из стен, так и из крыши, весь дом просто полыхал. Зрелище было, конечно, на этом приборе ужасное. И они сказали, что нужно утеплять дом, у вас дом совершенно не утеплен. Я стала искать по сайтам, увидела типофол. Мне понравилось то, что они занимаются такими масштабными вещами, как, например, сохранение снега для Олимпиады в Сочи готовили. Они делают парники, утепляют коровники. Я подумала, что если они утепляют такие большие объекты, что, то дом вообще здорово. И мне очень понравилось еще то, что они сваривают свои эти вот полосы специальной сваркой. Надо было и крышу утеплять. Вот. Второй этаж вообще разбирался весь. Вот. Снимались батареи. Ну, все сделали здорово.